Так, всем привет. У нас, смотрите, какая погода. Ветер был, да, он все сучи, короче, набросал. Это вот, это самое, бывший пруд. Смотрите, да, как сыро все. Все тает, вообще лужи сплошные. Так, что у нас начинается? Значит, вот у нас съездил я за материалом. Hyundai. Отвердос, туда-сюда. Сама красочка. Это оригинал. Ну, в смысле, заводская покраска. Так, сейчас пойдем смотреть Hyundai. Все растаяло. Все мокрое. Вот он, наш Hyundai стоит. Что с ним случилось? Он у нас дизельный. Такая вот фигня случилась. Кстати, сейчас предварительно. Написано, что ли? А, 2007 год, да. Похоже, 2007 год. Почему такая вот фигня случилась? Она везде случилась. Вот, короче, там идет снутри, но уже наружу вылезла. Если бы раньше бы чухнулись, можно было бы, наверное, и не дожидаться выхода наружу. Но, к сожалению, вышло наружу. Это раз. Там изнутри, короче, весь герметик разорвало, вылезло. Два, вот здесь вот так вот. Такая вот красота происходит. Трет за бампер. Также с этой стороны. В общем, надо будет покрасить низ. Значит, с этой стороны. Так больше вроде на скидку нигде не обнаружил. То же самое здесь вот. Вот видно, да, как она стекает. Вот они, ржавые пятна. Вот она там ржавеет. Сейчас, наверное, отсюда не увидеть. Да, отсюда не увидеть. Здесь пока не видно. Хозяин сказал, он открывает, когда капот там прям сыпется. Так-то, конечно, не видно. В общем, такая вот ситуация. Вот она прям подтекает, видно, да? Короче, основная сейчас задача будет сделать крышку. Начинаем. Трахтит. Трактор. Все трясется. Не знаю. На камеру руль-то не воспринимается, трясется весь. Такая вот красота здесь. Короче, вот так вот берем, срываем его. И под ним красоты. Так вот. Хотя это герметик. Видите, по всей длине пытается оторваться. Краска красивая, да? В общем, такая вот красота. Будем сейчас что-то пытаться делать. Так, ну что, вот так вот расчистилось все. Смотрим.
Вот здесь вот дырочка. Это гниль. Значит, дальше у нас не пошло. Мы дальше портить не будем заводскую картину. Здесь у нас будет вот так вот. Здесь уже 320-кой закончено. Здесь под грунт. Вот это место, видите? Еще чуть-чуть, и была бы дырочка. Вот она. Но это не дырочка, это черная раковина. Короче, работал таким вот инструментом. Разобрал, кстати, крышку багажника. Вон она лежит. Корчеточные насадки, крутящиеся на Хитачи. Зачищной круг, отрезной круг. Этот самый... На болгарке лепестковый круг, 320-я машинка, брусок, 80-ка, ну и 320-й на машинке уже повторял. Крышка снимается очень просто. На это самое, накладка вот это вот, 4 саморезика у нас маленьких, вот они, по периметру один, там где карман, вот здесь вот. О, смотрите, только сейчас увидел. Вот она, красавчик. Вот она. А вот смотри, а вот слева сейчас не будет. Смотри, смотри, смотри. Обана, видали? Вот так вот. И от центра начинается, да, вот. Вот он. Здесь вот нету. А вот здесь уже есть. Вот она, собака. Почему только с этой стороны, не знаю. Может быть, то, что все-таки один водитель ездил, тяжелый, она на эту сторону. Не знаю. В общем... Так, вот здесь вот у нас, где карман, где хваталка, вот такой помощнее саморез. Все остальное на пистонах, а это просто заглушка. Вот они, пистоны синие. Тын-тын-тын, все вытаскивается. Здесь только, обратите внимание, вытаскивается так чуть-чуть кверху. Здесь что-то какая-то уже самодельщина. Вот, вот так вот она ржавеет. Крышка. Крышка. Ну ладно, мы здесь что-нибудь зальем. Вот здесь, смотрите, где пистон сидит. Здесь тоже по краям ржавеет. А вот здесь не будет ржаветь, спорим? Сейчас. Где тут пистон-то, блин? Вот он один. Вот он. Вот он второй. Где-то там должен быть. Нету его ни хрена там. Ай, несимметрично ни хера. Ладно. Короче, пистон держит вот эту вот балду. А, ну здесь потому что ручка. Поэтому несимметрично. В общем, такая ситуация. Сейчас готовимся к грунтованию. Будем грунтовать этим эбоксидником. Фосфатирующим эбоксидником, пожалуй, сделаю. Погнали. Так, у нас тут, значит, фосфатирующий прошли. Дырочка. Потом проем эбоксидничком, а потом начнем эти самые. Так вот герметиком аккуратненько помажем. Также с этой стороны. Так вот. Все, шикардос. Так вот, с этой стороны. И с этой стороны. Так, ну все. Загрунтовались мы эбоксидничком. Дырочка осталась. Дырочку мы заваривать не будем, потому что нам ничего сказали не трогать. Вот, сказали по-быренькому. По-быренькому нам 2 дня дали. Вот, на то, чтобы покрасить эту крышку. Здесь все жирненько так. Смотрите, как хорошо. Жирненько так. Сейчас, короче, потрем. И будет все огончик. Тут надо будет герметиком пройти. Так вот. То есть мы не соблюдаем здесь заводскую вот эту вот красоту. Нет, этого уже не будет. Ну, я как бы постараюсь подбить так аккуратно, да. Но уже... Тут все потеряно, к сожалению. Ну, в общем, так вот все на данный момент. Здесь. Смотрите, принимайте работу или не принимайте ее. Скажу честно, есть косяк. Немножко получился оттенок светлее по низу. Ничего страшного. Нет, ну просто мое дело сказать. А там грязь, да? Нет, это сейчас пыль должна висела. Ну вот, то есть я вот до сюда базой, краской синей, да, выше лаком.
Я выше подняться не мог, потому что буквы мне мешают. А? Мне либо буквы надо куда-то девать, убирать, чтобы потом прополировать переход. Ну, я просто объясняю ситуацию. Если бы я выше поднялся, следовательно, у меня было больше места, где можно было, ну, зона для работы. Например, я до сюда поднялся, ну, да? Следовательно, я говорю, мне лаком пришлось бы выше подниматься. Да, ну, мое дело показать. Красоте. Сказать. Так, фары подполировались. Ага. Смотрите. Ну вот эта фара какая-то не такая вообще сама по себе. Вот это хорошая. Это вот, скорее всего, у нас вот это будет оригинал. Вот это оригинал. Да, да, а вот да. Это то, что поставили, это, возможно, даже какое-то депо. Мы сейчас капот откроем, посмотрим. Потому что даже вот здесь обозначение... Они по цвету рамки даже отличаются. Ага. Одна такая черная, а другая серая. Ну и все.